В местном отделении партии «Единая Россия» числится 1352 человека. Количество первичных организаций – 24. На отчетно-выборной конференции приняли участие 135 делегатов. Согласно уставу, были избраны президиум и рабочие группы, мандатные, редакционные, счетные комиссии, секретариат. Участников конференции поприветствовала заместитель секретаря местного отделения Наталья Лапшина. Она поздравила всех с 15-летием партии. Наша партия отметила свое 15-летие. С этим молодым юбилеем я хочу поздравить всех однопартийцев и нашу городскую команду активистов, тех, которые стояли и у истоков создания местного отделения, тех, кто трудится и работает сейчас, и наше будущее продолжение молодогвардейцев. Кроме того, говорилось о стоящих перед кумертаускими единороссами задачах по совершенствованию работы первичных организаций. Это в том числе работа по вовлечению в общественно-политическую жизнь города как можно большего числа жителей. В докладе заместителя секретаря была озвучена информация об успешных проектах, инициированных отделением партии. Проект, который последние 2 года мы активно в нем участвуем, это проект «Реальные дела». Суть его – это выполнение исходящих непосредственно от населения инициатив, направленных на улучшение инфраструктуры. В рамках этой программы были отмечены работа по благоустройству территорий, установка спортивных тренажеров на 2 площадках, ремонт библиотеки № 3 и многие другие. Были названы ряд социальных акций, а также мероприятий по повышению грамотности населения в вопросах ЖКХ. Участники конференции оценили работу местного отделения партии положительно. После отчетных выступлений состоялись выборы секретаря местного отделения и нового состава политсовета. По регламенту путем открытого голосования были определены кандидаты, а сами выборы прошли путем тайного голосования. По итогам выборов свою позицию сохранил нынешний секретарь местного отделения партии, глава администрации Борис Беляев. В состав политсовета введены 14 человек. В этот же день были избраны члены местной контрольной комиссии и депутаты на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Она пройдет 27 декабря в городе Уфе. В состав делегации вошли секретарь, а также 3 вновь избранных партийца. Это Наталья Лапшина, Елена Кучербаева, Ренат Хайрединов. В статусе приглашенных 2 сторонника партии – Виктор Сухачев и Елена Решетникова. В завершении конференции за активную работу были вручены благодарственные письма за подписью секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева. Ряд партийцев были отмечены наградами секретаря местного отделения.